А в Берлине будут тестировать на ковид всех отдыхающих, которые возвращаются в Германию со стран, входящих в категорию опасных. Проверять намерены прямо по прилету в аэропорту Тегель. Обязательная процедура будет запущена уже в ближайшие недели. Для этого в терминалах хотят установить мобильные лаборатории. Платить за тест немцам не придется, все расходы возьмет на себя государство. Напомню, такая станция уже заработала в аэропорту Франкфурта на Майне. Правда, там желающие добровольно могут сдать тест за 59 евро. По словам берлинских политиков, проверять граждан по возвращению с отпуска необходимо, так мегаполис сможет избежать новых вспышек. Отмечу, в ряде регионов задумались о данной инициативе и не без основания. Накануне в Германию с испанского острова Майорка прилетела семья, все члены. Две дочери и оба родителя оказались инфицированными. Их уже изолировали. Врачи говорят, что у них сейчас нет симптомов, однако всех, с кем они контактировали, поместили на карантин. Я считаю, летать в Германии было безопасно еще до появления этих центров. Мы внедрили большое количество нововведений, к примеру, бесконтактные сервисы, новые цифровые решения, вплоть до специальных воздушных фильтров на борту. Поэтому я считаю, что летать безопасно. Все эти меры для того, чтобы пассажиры могли путешествовать без риска и с комфортом.